Старость – это просто слово, но не состояние души. Каждый из подопечных отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра соцобслуживания Мозырского района доказывает – любой возраст прекрасен, если на душе цветет весна. 1 октября отделение празднует не только День пожилых людей, но и свой день рождения. Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста было создано с целью организации качественной жизни людей пожилого возраста. Созданы в отделении все условия для того, чтобы проводили члены отделения интересно свой досуг. У нас работают кружки, клубы, люди занимаются пением, мы организовываем концертные выездные. Никогда нельзя останавливаться. Девиз этих прекрасных зрелых дам может стать примером для всех ровесников мозырян. И когда ты вчера ходил на работу, а сегодня ты уже никто, тогда вот этот центр мне помог действительно выжить. С первого дня я посещаю. Интересные очень у нас руководители. Умеют нас завлечь. Ну, у нас очень такая... Ну, обширная программа как бы досуга нашего, где мы только не побывали. За плечами Нины Николаевны большая трудовая биография и долгая, насыщенная личная жизнь. После выхода на пенсию она решила, что посиделки на домашнем диване и тихие прогулки не для нее. И занялась творчеством, плетет красивые корзинки. Газету разрезаешь на ленточке, делаешь на спицу трубочку вот такую. И плетешь, кончилась она, соединяешь, дальше плетешь. То, что возраст не помеха для активной жизни, доказывает и другая частая гостья отделения – Валентина Алексеевна. В ее жизни есть место детям, трем внукам и правнуку, большому огороду, спорту и, конечно же, творчеству. У нас, я хожу в хор еще. Хор. Ходим и поем. Вот мы выступали, ездим с концертами. То Мелешковичами, то везде, то в Слободу, то мы выступали в Доме инвалидов. Ездили, вот в понедельник были. Сегодня у нас бассейн. Я еще пойду на бассейн. Потом пойду на концерт на 4 часа. Хорошее отношение к жизни и людям – основной секрет бодрых пенсионерок. Вот я вижу, вот иду по улице, я смотрю, ищу, что красивое. Вот плохая погода, я вот ищу красивое. Вот что-то красивое. Вот я что-нибудь найду красивое что-то. Вот я как-то, вот, ну не знаю, вот мне нравится, вот и люди красивые. Вот я вот у нас девушки хорошие, мне нравится здесь компания. В натуре, ты, наверное, такая вот. Улыбчивая, да веселая, да. Я не падаю духом никогда. Вот нельзя так. Даже если вот тут больно, у меня на лице всегда улыбка. Вера Ивановна также находит время для посещения отделения для пожилых людей. Учитель-филолог с 38-летним стажем, она и сегодня не забывает свою любовь к языку. Пишет стихи, прозу, сценарий для праздников. А ко дню пожилых людей подготовила душевный наказ. И вот у меня экспромтом родилось стихотворение «Наказ». Я думаю, что... Я еще не выучила его наизусть, но я думаю, что оно уместно. Не обижайте пожилых людей, ведь жизнь бежит неумолимо. Не обижайте пожилых людей, не проходите безучастно мимо. Они расстались с юностью своей, по жизни шли уверенно, красиво и улыбались радости твоей, глаза смотрели ясно, не уныло. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».